смене мальчишки и девчонки познакомились с одной из самых востребованных профессий в мире кино – режиссер видеомонтажа. Мальчишки и девчонки узнали о пластике, кадрах, принципах соединения эпизодов, осуществлении разговора со зрителем, а также научились видеть ритм фильма. Руководитель киностудии и кинопедагог Владимир Хохлов отметил, что режиссер монтажа – это человек, который отвечает за конечный видеопродукт. Поэтому он должен чувствовать ответственность и осознавать, что может повлиять на восприятие картинки зрителям. Екатерина Петрова из Краснодара уже 2 года увлекается видеомонтажом. Сегодня она помогла своим друзьям познакомиться с программами. На занятии ребята сразу перешли к практике. Нас научили работать в программе DaVinci, в которой я в основном и работаю. Нас научили вырезать нужные моменты, просить оператора что-то подделать, как-то подснять, если нужно нам какой-то момент. Научили вставлять звуки, то есть нас научили практически всему сейчас. Владимир Хохлов рассказал ребятам о композиционных законах и приемах, психологическом и визуальном воздействии на зрителя компьютерных программах. Занятия по видеомонтажу помогают тренировать память, развивать творческий подход к механической работе, учат усидчивости, чувству темпа и ритма. Владимир отметил, что хороший монтажер должен разбираться в операторской и режиссерской работе. Всему этому можно научиться в смене на летней детской киноакадемии. Даниил Катеев из Краснодара уже является автором нескольких проектов, будет монтировать фильм своего отряда. Он отметил, что сегодня повторил для себя несколько важных моментов. Я повторил свои знания по монтажу, по цветокоррекциям, и по эффектам также, по многим эффектам. Я вспомнил, как, что и где. Работать над собой в монтаже, узнавать через YouTube что-то, если там никто не может подсказать, то через YouTube смотреть видеоуроки всякие, и узнавать постоянно что-то новое, то есть постоянно работать над собой в монтаже. Через несколько дней юные киноакадемики представят собственные короткометражные фильмы. Каждый отряд планирует удивить взыскательное жюри и показать отличные работы. Планируем заснять хороший фильм, смонтировать его, и чтобы мы были круче всех. Мы с нашим отрядом рассчитываем на приятные воспоминания, которые можно будет вспомнить, на веселые ощущения и на то, что у нас все получится.